Давай. Доброго дня. Я Листов Іван, учень 9 класу школи номер 117. Представляю роботу за темою «Дрон держави». Наразі бізнес розвивається дуже швидко, та способи реклами не стоять на місці. Сучасні банери в моєму місті виглядають в більшості неестетично, великі розміри, часто неохайні, що існує зовнішній вигляд нашого міста. Крім того, реклама на банерах дорога. Основними критеріями при виборі каналів поширення реклами є забезпечення максимального охоплення цільової аудиторії, відповідність вартості розміщення реклами з рекламним бюджетом. Для маленьких компаній, які потребують дешевий та мобільний спосіб рекламування, використання дронів є актуальним. Мета роботи – запропонувати мобільну рекламу для малого бізнесу, проєктування і створення дрона держави та перевірка його можливостей. Досягнення мети зумовило необхідність розв'язання комплексу завдань, розв'язувати основні види рекламування, використання платформи Arduino, яка спрощує процес з роботи використати платформу Arduino, яка спрощує процес роботи з мікроконтролерами. За технічним оснащенням вона ідеально підходить для проєктування різних мехатронних розсистем. Контролер Arduino не підтримує бездротовий зв'язок, тому для керування роботом дистанційно використовується технологія Bluetooth. Слайд номер 3. В роботі проаналізовано рекламний контент. Дослідження показали, що знижується рекламний контент у пресі, на радіо, але швидко розвивається реклама в інтернеті. Стаціонарна наочна реклама дорога та може заважати дорожньому руху, оскільки відволікає увагу водіїв. Стрімкий розвиток малого бізнесу потребує мобільну та недорогу рекламу. Для вирішення цих проблем пропонується використовувати дрони держави. Слайд 4. Для створення дрона держави використана платформа Arduino Nano, лопаті та мотори, пульт-батарейка, літій-полімерний на 3,7 вольти, кульки. Літій-полімерний акумулятор вибрано тому, що має невелику вагу та має напругу в 3,7 вольта, час роботи якого 24 години. Але при приміщенні дрону час роботи акумулятора зменшується пропорційно швидкості. Слайд номер 5. Рівновага дрону зумовлена розташуванням трьом моторів та акумулятора. Для програмування Arduino не потрібен зовнішній програматор, так як в програмі мікроконтролері вже зашитий завантажувач – бутлоудер. Завантажування програми в Arduino здійснюється за допомогою послідовного порту або за допомогою USB-інтерфейсу. Таким чином, щоб запрограмувати Arduino, досить підключити плату до персонального комп'ютера через USB-порт. Програмування здійснюється на мові Riving, який має синтекс, схожий з C++. Контролер Arduino не підтримує бездротовий зв'язок, тому використовуються зовнішні модулі. В роботі запропонована модель дрона з кулями, наповненими геліями, до яких можна підвисити вантаж вагою до 100 грам. Він тримається в повітрі завдяки гелію, тому дрон енергоефективний і здатний залишатися в повітрі до 2 годин на одному заряді акумуляторів. Дрони можуть стати ідеальними платформами для літаючих рекламних щитів над місцями в проведення спортивних заходів, концертами та іншими зонами скупчення людей, використані для креативних привітань. Дякую за увагу. Добавь, пожалуйста, что кроме рекламы, это такое, ну, тоже важная штука, игрушка для развлечений, безопасная. Сейчас, секунду, извините. Да. Да. Я в школе уже. Забыл планировать. Забыл. Да, я знаю. Хорошо, давай. Я занят. А как? Да, я добавлю. Я там добавлю то, что шары с гелием более... Да, добавь более-менее. Значит, что важно добавить... Значит, это может быть как игрушка для развлечений, безопасно, потому что дрон разбивает окна, он может упасть на человека, здесь это все исключено. И для видеосъемки с высоты. То есть он может висеть и там снимать как что-то, то есть это для военных подойдет. И там, поэтому вот область потому что они начнут, ну, реклама, там, бог его знает, там, этот унесет его ветром ваше, ну, в общем, такое вот. И вот в этих ТРЦ ты говорил, тоже несет какой-то элемент не только рекламы, но и
это же шарики, это радостно, то есть для празднеств. Вот такая штука хорошо подходит для празднеств. Вот. Вот это насчет вот применения. Значит, ты вставишь гели и водород, и нужно обязательно добавить, какие модернизации. Значит, модернизация наша может состоять вот в чем. Значит, это стабилизация, чтобы он автоматически поддерживал высоту, но при этом, получается, мы постоянно подаем питание на наш моторчик высоты. Хотя он является только корректирующим, а не несущим, как у обычного дрона. Там он реально должен поднимать эту штуку. Но можно сделать так, чтобы вообще не было этого вентилятора вверх-вниз, а можно, как у рыбы, сделано так, чтобы она висела толще воды. Помнишь? Пузырь этот воздушный. Пузырь. Значит, мы ставим маленький такой, помпочка такая. Ну, правда, не знаю, насколько вес, она вроде не очень тяжелая. Вот. Она может надувать обычный шарик воздухом и утяжелять. Опустились вниз, сдули, поднялись вверх, и все. И вот она где-то сбалансирована, он висит в толще воздуха, посередине. Моторчиком можем его поднять, и вот он там висит сколько хочешь. И не потребляет энергию, пока его ветром не несет, к примеру. Вот. Значит, то есть он в больших закрытых помещениях. ТРЦ, стадионы с крышей, чтобы не было вот этого сквозняка. Дома для развлечения ребенком. Мы сделали плату, она, конечно, тяжелая, там, скажи, там 48 грамм, поэтому много шариков. Но все это можно оптимизировать, и мы считаем, что можно сделать достаточно двух шариков, чтобы это... А два шарика – это вообще класс. Вот. Ну, вот и все, что нужно добавить. Так, вот это вот добавь, пожалуйста. Вот. Так, есть. А теперь я это дело снимаю, понятно. Значит, а сейчас надо, наверное, сделать видео. Он снимает. Ну, это мышь, это тренировка. Ну, вот. Да. А сейчас мы снимем это самое, ну, на чистоту. Вот, значит, господи, это фотоаппарат он такой, 640 на 480. Разрешение, он старый уже. Там 4К вот его здорово. Вот, значит, что мы сделаем? Да, сейчас ты должен рассказать, показать, где на плате что устроено. Запустить его, и вот это будет ролик, который вот мы ставим туда. Вот. Значит, давай мы потренируемся. Ты расскажешь, как из чего оно устроено, что там, какую функцию все это дело выполняет. На, я сейчас сниму на этот самый, на фотоаппарат. Секунду. Да. То было Android Nano, это Arduino Mini, правильно? Да, это Mini, да. Это барометр, это Bluetooth-коннектор, а вот это я забыл его назвать. Сейчас, подожди, так, давай. Я помню, что это контроллеры моторов, потому что... Микроконтроллер. Да. Так, сейчас, секундочку. Все это дело. Хватит. Аккумулятор и вот эта штука, как называется, я забыл. Это стабилизатор питания. Стабилизатор питания, значит, наша батарея от скольки до скольки работает, помнишь? От 3 до 4. От 3 до 4 вольт. А схема у нас должна питаться чем? 5. 5, да. То есть мы потом можем перевести на 3,3 вольта, но первая версия у нас вот такая вот. Когда мы переведем на 3 вольта, то можно убрать это дело, и можно сделать не такая схема, которая повышает, а которая понижает. Она потребляет там очень мало электричества, это много потребляет. Вот. Хорошо, значит, итак, давай мы сейчас посмотрим. Это еще раз что? Да, а что? Что это? А вот это для чего? К чему подключается, как ты думаешь? Это подключается к моторам. К моторам. А микроконтроллер может моторы напрямую питать? Нет, потому что иначе будет замыкание вроде. Он не выдержит ножка 20 миллиампер. А мотор сколько берет? Ты помнишь, ты же... Тысячу, то есть 50 раз больше. Значит, ножка не выдержит такой ток, она просто внутри кристалла сгорит. Понимаешь, там схема сгорит. Поэтому это у нас драйвер двигателя, усилитель. Угу. Сейчас, подожди. А, нормально, усилитель. Вот, ты можешь ко мне чуть-чуть подвинуться? Чтобы... Во. Это у нас вот такой вот, значит, усилитель. Так, хорошо. Моторы какие у нас еще там есть платы? Что у нас там еще расположено? Вот это Arduino Mini. Да. Это барометр. Ага. А это Bluetooth-контактер. Он принимает... Контроллер. Bluetooth-контроллер. Да, тоже, Bluetooth-контроллер. Тоже. Он принимает задачи от вот этого Bluetooth-контроллера. Команды. Хорошо. Это так. Аккумулятор. Да. Сколько миллиампер часов здесь написано? Видишь, что тоже есть. 3,7. Это вольта. А миллиампер часов? А, 500. 500. А вот у нас был 1000, он тяжелый очень. Да, он тяжелый. И он... вот эта платка последняя, нижняя, да. Что это? Что она делает? Она не дает кристалликам сгорать.
Нет, платье. Нет, кристалликам дают другие. О, это нет. Же наш стабилизатор, да, напряжения. Точно. Это стабилизатор напряжения. Он mm-hmm. сохраняет, делает, точнее, давление. Электричество с 3-4 до 5. До 5 вольт. Поднимает, увеличивает. Да, поднимает. И держит их стабильными. То есть батарея 4 вольта, он дает 5 вольт. 3 вольта, он все равно дает 5 вольт. То есть он очень умный. Тут там поэтому целая схема, которая это поддерживает. Вот. Хорошо. А барометр нам зачем нужен? Барометр, дабы сохранять позицию. Он смещается при смещении в 20 сантиметров, он чувствует это, перемены давления, так, и возвращается на ту точку. А что нам дает изменение давления? Что это значит? То, что он повышается либо понижается. Если у нас давление понижается, значит, так, он опускается. Если у нас оно понижает, если оно понижается, оно сам дрон идет вверх. Если понижается, так, если повышается, тогда дрон идет вниз. Так, ты сначала скажи общее понимание. То есть, если дрон находится высоко, давление какое у нас воздуха? Высоке, если дрон находится высоко, то давление слабое. Низкое, если внизу, да, то оно высокое. Высокое. О, и барометр что? Он это считывает, он да? Он высчитывает, да, он находит. Да. И у нас как сделано, что мы на пульте нажимаем, вот какую мы кнопочку нажимаем? Мы нажимаем вот так вот. Вот так вот. И что тогда происходит? Тогда передается через Bluetooth контроллеры. Да. В Arduino Mini, да, и барометр начинает работать и контролировать нахождение самого аппарата в воздухе. Хорошо. А тут еще один момент, когда ты нажимаешь на кнопочку, какое идеальное давление, ну, этот Arduino Mini принимает за исходное? То есть он может же висеть вот на этой высоте, а может висеть на этой высоте. Как он вот это вот определяет? То есть момент нажатия, когда ты нажимаешь сюда, он считывает показания барометра в этот момент, где он находится, и старается вот эту высоту и держать. Если ты нажмешь, когда он низко будет, то он так и будет вот держать эту высоту, понял, да? Да. То есть он запоминает момент нажатия, а потом он измеряет вот это вот давление и сравнивает с тем запомненным. И старается вот выдерживать это дело. Хорошо. Вот. Значит, теперь расскажи вот про это. Что это у нас такое? Это пульт. Да. Вот это Arduino Nano. Угу. Это Bluetooth контроллер, который передает все нажатие, сделанное тут, на этот Bluetooth контроллер. Это джойстики. Ну, какой из них что делает? Этот поднимает вверх-вниз, а также, если мы нажимаем вот так вот на него, то включается барометр, и мы контролируем. Автомат удержания высоты. Автомат, да? Удержания высоты. Только тебе как по-украински, да, это я не знаю, придется потренироваться. Автомат удержания. Утримания высоты. Высоты, такие. И вот этот правый джойстик, что и он это делает вправо-влево, вперед-назад. Тут есть аккумулятор, как ты видишь? Да, вот тут. Вот он там. Вот какая емкость у него тут большая? Тут больше, да? 1000 мАч. 1000, да. Почему? Потому что он летает, мы туда зашмалили. Да. Вот. И он заряжается вот отсюда. Вот через это, да. Да. Это зарядное. И оно же и зарядное, и повышает напряжение тоже. Здесь то же самое, также аккумулятор 3-4 вольт поднимается до 5. Вот. А там зарядного нет, там только поднимается. Почему? Потому что у нас вес, каждая плата тут и так навешена, бог знает сколько. Ну вот, в принципе, и все. Понимаешь, в принципе, и все. Ну, скажи про перспективу, какую мы хотим перспективу. Вот, во-первых, у нас что? Вот это удержание высоты, оно пока работает у нас... Довольно-таки плохо. Плохо, да? То есть мы будем с этим работать, чтобы он держал можем высоту? Улучшать, да. Да. Алгоритм сам. Вот. Ну, на данный момент что сейчас? Потом у нас этот вентилятор, значит, что он слабоватенький, да, мы хотим там. Да, мы меняем его. Да, меняем его. И в пределе мы что хотим сделать? Вообще избавиться от этого моторчика. Точнее, не избавиться, а от его удержания высоты избавиться. Как мы хотим попробовать избавиться? Поставить внизу шарик с помпой, который, да, будет надувать его воздухом, тем, да, самым будет его делать более тяжелым, да, либо приздувие этого шарика будет делать более легким. Да. И тогда мы не будем тратить энергию на. Джин-джин-джин, вот эти вот. То есть, да, то есть у нас еще будет лучше. То есть он будет висеть на какой-то высоте тихонечко и вообще не потреблять энергию. Так. Ну вот, в принципе, и все. Так. Значит, можно на него повесить, в принципе, фотоаппарат. Есть миниатюрные камеры, очень легкие. Там грамм, 5 грамм буквально весит. Ну, 10 максимум. Вот. И вот они там 8 мегапикселей без проблем. Bluetooth, этот Wi-Fi, и поехали, и он там... Можно снимать и видеть все, что там сверху. То есть видеосъемку обязательно не забудь. Видеосъемка
значит, реклама и развлечения. Впрочем, игрушка, если вот мы эту игрушку доведем до двух шариков, то в принципе все это дешево. И эта штука может стоить 300 или 500 гривен, ну, а может быть чуть дороже. Но учитывая стоимость игрушек, ну, нормально, это вполне нормальная цена. Для игрушек дронов. Для игрушек дронов, да, вполне. То есть вот этот момент нужно указать. Так, хорошо. И безопасный, потому что продается. И безопасный. То есть он не разобьет окно, не попадет там в голову. То есть можно играть дома. Да, не попадет в глаз, ничего. Так, ну хорошо. Так, в принципе, все.